разбирать нюансы в мануальном массаже. Значит, смотрите, вот эти все прошли вибрации, да, теперь переходим на локтевую технику. Как только закончили, да, одной рукой здесь, например, да, следующей рукой сразу мы внедряемся, как нож в масло, локтем вот сюда, раздвигая подвздошную кость и ткани человека, да, как бы вот в стороны. Не касаясь при этом ни в коем случае позвоночника, да. Вот еще раз покажу, вот, от самой тонкой своей части руки до самой широкой я дошел сюда, да. Захватили бедро. Но тут надо мне немножко масла дать. Можешь? А то я локти не смазывал. Капельку буквально. Захватили бедро. Перешли на вот это место сочленения, опять же, где подвздошная кость заканчивается. Вот я вам сейчас ее прощупаю. Вот она, да, закончилась. Ну, пощупаю, где она. И вот это самое болезненное место у нас, да, где соединяется позвоночник, да, с тазовыми костями, мы простукиваем вот так вот. Так, вот она сказала, а где, в каком месте болело? Вот сюда отдало? Или просто по косточке? По косточке просто. По косточке ничего страшного, да. Значит, это не проблема в дисках, да, это просто мы кость задели. Значит, обходи ее с этой стороны повыше чуть-чуть. И далее продолжаем вдоль позвоночника пары вертебральной мышцы оттягивать в стороны от центра к периферии. И мое движение идет снизу вверх, вот такую вот спиральку рисую. Видишь, опять декомпрессирую. С этим вроде не должно быть проблем. Да? Ну-ка, давай попробуй. Ну, то есть, вот единственное... Нет, мы специально обучаться не будем. Он сейчас нам расскажет, как у него все получается, да? Вторую руку ты не добавляешь? Здесь они показывали, что вот так вот, да? Чертим здесь. Ну, это да, я уже подробности там показывал. Вот, и пошел, да? Да, да, да. Правильно, вот. Теперь смотрите нюансы. В чем у нас была разница? Здесь заходить, вот. Потому что здесь есть момент, где больно человеку. Мы идем. Больно, если ты на хрящику там. Вот когда вот совсем сюда приближаемся, да. Некоторым, вот я такой, мне тоже так. Ну, больно это не значит, что плохо. Давай положим так, чтобы не пережимало вот это вот. Смотри, тут можно идти, мы сейчас про вот это движение, да? Можно идти любым местом. Вот я шел этим уголком, то есть достаточно острым, да? Ты шел вот этой плоскостью, да? То есть более такое широкое движение, более мягкое. Можно идти вот этими двумя косточками, чуть-чуть наклонив локоть вот так, да, соответственно, будет такой промежуточный вариант. Это щадящий, да? Да. Ты делаешь щадящий вообще, потому что одна рука у тебя вот тут висела. Я добавляю вторую руку, прямо вот получается вектор, видишь, какой большой. Двумя руками, вот так прям мощно. Ну ничего тут страшного, вот я просто обхожу, если человеку больно, я мягче нажимаю, да, вот здесь шея. И выхожу, и выхожу обратно тоже с вибрацией. Тут я вибрацию задаю второй рукой. Так, раскачу. И переходим уже вот к таким широким. Свет, вот это движение, оно нормально воспринимается вот сейчас? Потому что я вот так вот прям боюсь. Вот так, почему? Отличное движение. Из-за волосатых рук я поэтому... Нормально. Да нет, ну мы же руки смазываем. Нормально у тебя руки. То есть... Да. Так, провел второй рукой. Вот так отсись. Да? Да вот так, да. Прямо этой рукой вот давишь. Вот. Да. И вот так вот отбиваешь. То есть тут получается такой вот звук. А вот здесь она ведет ее, что ли, получается? Да, она ее ведет. Ну не ведет, сильнее, но сильнее, сильнее. Не ведет, а усилие дает. Второй рукой ты усиливаешь. А здесь как-то так вибрация была, да? Да, вот этот позвоночник. Еще раз показываю. То есть одной рукой мы давим, да? Получается неплохо. А когда мы вторую руку добавляем, смотри, какой вектор-то больше получается. И усилия больше гораздо. А здесь как я иду? Да, в корпус, да, можно так развернуть, да. Дави. Видишь, она же, конечно, слабенькая. Ну, нет, мне есть сравнить, я сравниваю. Дим, ты сделаешь два раза слабее, чем... Два раза слабее, чем Олег. Да, делай сильнее. Для этого мастер-классы и существуют. Сразу берешь и, ну, как бы вот, рука, вот была захват такой у нас, да?
И тут же мы, вернувшись назад, превращаем эту руку в рубанок. Вот она становится одним инструментом. Большой палец отдвигаем, получается как бы вот движение, как у рубанка. Вот эта рука? Да, да, вот тебя эта рука. Ну, зеркально, может, будем делать и с этой, и с этой, чтобы быстрее. Ну, не обязательно держать за палец, можно как угодно. Можно так же держать, да, можно тут держать, да. То есть можно так держать. Главное, чтобы движение повторить. Вот мы отодвигаем большим массивным движением вот эти всю мышечную массу ягодицы. Потом средняя часть, да? И потом части, где вот лопатка. Вот прямо отодвигаем энергичным движением вот туда. И опять же, обратите внимание на стойку. Видишь, как я стою? Одна нога впереди. Ну, как в восточных единоборствах. Я вот, покачивая ею, веду плечом своим и предплечьем. Вот видишь, на ноге. Поэтому движение получается массивным. Прям энергию передаем в человека, вкладываем сюда. Давай, давай, попробуй. Я просто не понял. Вот один разврат у нас, вот, у нас все время... Мы вот эту мышцу отодвигаем, правильно? Да. Отодвинули раз. Отодвинули два. Потом, пошел. Потом отодвинули вот в эту сторону. Вот, ты уже разворачиваешься. Вот эта нога вперед, да, идет. Ага. И всем корпусом. То есть вот движение. А лопатку цепляем, вот это. Да, цепляем, отодвигаем ее. Цепляем, отодвигаем. И возврат вот такой, что ли? Да, возврат не обязательно. Это все вот один раз делается движение. Ты можешь просто еще дополнительно, если тут что-то, ну, например, не хватило у тебя разминки до этого, да, берешь и просто вдоль мышц. Рубанком прям туда, вперед, прям вот сюда захватывай вот эти вот трапециевидные мышцы. Угу. Как эти волосы все? Нормально. Да не бойся, да все нормально. Клиенты нормально все воспринимают. И смотри дальше. Вот у тебя рука закончила движение, да? И сразу же переходим в следующее движение. Захватываем лопатку и вот эту мышцу, трапециевидную. А второй рукой отодвигаем шею в сторону. Очень хорошо, когда человек не в дырке лежит, да, голова сбоку. Тебя... Да, а то у меня же голова... А то это на лицо давит. Да. То есть мы шею еще дополнительно растягиваем. Вот смотри, отодвигая друг от друга. Вот эту лопатку от шеи. Видишь, я с руками... Лопатку от шеи. Вот это же рука получается, да? Вот это все правильно, но симметрично. Симметрично вот ты делаешь. Это ты как и работал, так и продолжаешь делать. Да. А это... А это снизу вверх по шее, по шее. Они в противоход или? В противоход, да. А она здесь только работает? Да, ну ты как бы раздвигаешь, ты продолжаешь раздвигать лопатку с этой трапециевидной мышцей, с плечом от шеи, а шею в ту сторону, вот это идет растяжка. Ну это вот, в смысле это шла, не, а как она сейчас переходит тут? Вот я тебе показал, просто как ты, показал, какой смысл движения. Светлана, можешь голову положить на бок и чуть сюда? Это не надо. Не, 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 ну да, вот так, пусть так. Вот. Вот, да. Да? Да, ты вот растягиваешь весь шейно-воротниковую зону, вот отсюда до сюда. Движением, с движением, да. Двигайся. Тут прямо от локтя можешь начать движение. Локтем сюда, и прямо от локтя вот захватываешь, давишь, а в этот момент это в ту сторону. То есть... А, ну вот что-то, да? Да, то есть прям как будто хочешь оторвать эту лопатку вместе с плечом. Вот, хватит, хватит, да. Все, можешь голову положить. Так. И сразу переходим в движение, растирающее всю спину. Вот так, помнишь, мы делали сначала одной рукой, да? А тут просто. А тут да, два локтя параллельно друг к другу ходят. Как можно ближе друг к другу? Как можно. Поставить, да. Да и параллельно, да. Растираем. Уже такие, просто да. Просто растираем. Просто растираем, да. Просто растираем. Просто растираем, да. Это уже такое глубокое, мощное растирание, уже как бы следующий этап идет растирания. Все достаточно. И снизу вверх опять. Идем по принципу декомпрессии. Ставим как бы вот такие лодочки. То есть как будто бы это причал у нас, да? Вот мы внедряемся в массу телесную и чуть раздвигаем ее. Вот, да. Это движение короткое, вот этой части. Вот
Какие чуть-чуть мизинец у нас из середины ладони. Да, да. Да, можно даже меньше делать. Вот такие? Да, еще поменьше, да, вот так. Чик-чик. А возвращаемся так? Возвращаться не нужно. Вот достаточно так. Мы раз, раз, растянули, развели эти мышцы. И дальше сразу я внедряюсь уже всем корпусом. То, что я, да, вы объясняли. Это да. Очень сложно, да, еще вот там. Я смотрел долго. Да, видели, да? Нравится, вот. Да, тут как бы вот я использую еще принцип цигуна для самого себя, то есть в этом упражнении, вообще вот в этой во всей технике, то есть я еще лечу свою собственную спину, об этом никто не знает, не догадывается, да, тем более пациенты, да, а я же себе такие растяжки делаю, что там у меня все прохрустывает у самого, прохрустывает и прям становится на место, аж даже это легче становится. Ну все, покажите, я попробую. Так, ну давайте, вот смотрите, нет, просто, да. Во-первых, встали. Стойку да, такую пошире, да, вот так вот, чуть на колени присели, да, подошли поближе, чтобы рука не мешалась, можно его убрать. Да, чтобы не падло. Вот раз, и смотри, у меня плечи ходят, видишь, плечи мои плечи, смотри. Раз, видишь, и движение вкладываю от ног к крестцу. То есть я плечами, ну вот. Ну вот как раз я передаю, да. Нет, ты как-то не передаешь. Нет, наоборот, сначала приподними плечи и туда внедряйся телом. А-а-а. Ну вот ты приподнял, опустил, приподнял, опустил, да, да, вот так. Правильно, только плечами пока не играем сильно, это просто приподнял, опустил. Ну вот поднял плечи, внедряюсь, да? Да. А, не так. Я внедряюсь, когда опускаю плечи, правильно? Да. Ну, в принципе, да. То есть ты должен почувствовать, что движение идет у тебя от крестца к плечам, от плечей в руки. Нужно каждый раз еще выдыхать. Да, я, кстати, пациентам своим обычно говорю тоже. Обязательный ноу-хау, лайфхак. Что надо предупреждать пациента, когда вот такой массаж делаем, чтобы они дышали, глубоко дышат, и от этого наш эффект воздействия увеличивается. Они уже со временем чувствуют, как мы идем, как ее нажатие, да, и они предугадывают наше движение и начинают выдох делать. Вовремя, Света дышит. Еще раз покажи, неправильно чуть-чуть. То есть вот это общее, оно вот такое? Да. Но спина еще не работает, если ты про это говоришь. А, ну это как бы, смотри, ну, визуально, да, мы поставили лодочки, да, а теперь запускаем их. Первая пошла, вторая пошла, и вот эта волна от них как бы расходится в сторону волны. Третья пошла. Делим, условно говоря, спину на раз, два, три, четыре части. Второй проход на три части, третий проход на две части, потом на одну часть. И потом запускаем. Ну вот, да, то есть. Но ты внедряешь. Вот да, уже да, пошел да. Расходиться? Да, расширяешься, да. Да, все нормально. А это уже другой катамайк? Это пусть... Да, это другой. Ладно, это вот. Не, ну можно это добавить, конечно. Ну, ладно, да. Вот на три части. Один прием другой не отменяет, это можно да. Добавить. Нет, сейчас мы о правильности этого говорим. Да. Нет, у меня ощущение, что про лопатки... Про спину я тебе сейчас потом скажу, ты сильно стараешься их зачем-то назад завести лопатки. Это же неприятно так. Да, приятно? Ну да, я вот как бы сам вот как бы дойти. Ну хорошо. И назад, смотри, вот, когда я назад еще иду, я это еще захватываю тоже вот ткань человека, видишь, на себя. Ну, то есть практически как тесто. А еще тут кто-то крупный. Нет, как-то вот так. А, ну это когда другое. Да. Понты называют. Ну, это такие гавайские техники. Сейчас, ну, вот это у меня вообще неправильно получается, лодочка. Да, сейчас мы... Ну, нет, она правильно, но только до конца не доделываешь. А дальше что? Вот здесь ошибка уже пошла, что ли? Да не ошибка. Ты не воспринимай это как ошибку, спокойно воспринимай. Развел их и на себя, когда потянул на себя. А-а-а. Но, опять же, это делается с твоим копчиком, крестцом. А-а-а. Смотри, в чем смысл, сбоку показывай, на камеру видно сбоку. Вот сейчас правильно. Да, вот сейчас. Да, вот. Вот, она тебе подскажет. Да. А теперь смотри, как позвоночник. Вот ты как бы пытаешься, знаешь, плечами сработать, а я работаю всем телом. То есть я внедрился, скрутился, да?
и выгнулся назад. То есть у меня позвоночник работает. Работает, не знаю, на камере видно или нет. То есть стараюсь его вот так вот волной пустить, весь позвоночник. Ну-ка, покажи. Назад. Давай вперед и голову выгибаешь, чтобы так почувствовать. Теперь выпрямляй, да. Получается. Ну вот, попытайся волну вот эту поймать. Нашел тело. Сейчас мы еще потренируемся. Будем гнать волну дальше. А вы, уважаемые зрители, смотрите нас в следующем видеоролике. Там покажем дополнительные нюансы.